Вот так в одно мгновение зрители концертной программы, подготовленной детским театром студии «Колесо», оказались на съемочной площадке. А это, надо сказать, особый мир, полный как радости, так и разочарования. С воплощения идеи окунуться в съемочный процесс детский театр студии «Колесо» открыл новый сезон. Съемочная площадка, во-первых, это очень интересное место действия. Там очень много может быть событий, и очень интересно можно развернуть вообще какие-то ситуации, которые там происходят. И я решила, что это действительно интересно, и не каждый зритель, не каждый человек видел вживую съемочную площадку и не знает, как это работает изнутри, какая там вообще кухня, и мы решили показать это все нашим зрителям. В больших концертных программах участвуют все группы театра-студии «Колесо». На сцену выходят и новички – те, кто стал частью большой театральной семьи после сентябрьских кастингов. Новый театральный сезон театра-студии «Колесо» открывает с обновленным составом старшей группы. У нас практически вся старшая группа – это новые артисты. Есть, конечно, те, кто остался с прошлого театрального сезона, но основной костяк перешел к нам из средней возрастной группы. Это ребята, которые уже имеют театральный опыт, которые уже работали на сцене, которые работали в разных проектах, ездили даже по фестивалям. Артист детского театра студии «Колесо» – это универсальный артист, который и поет, и танцует, а если потребуется, и освоит пируэты на тележках. Артисты «Колеса» всегда готовы воплотить в жизнь самые креативные идеи режиссеров театра, а педагоги помогут сделать это профессионально. Каждая концертная программа – это не только красивые музыкальные и театральные номера, объединенные единым замыслом, но и четко продуманные костюмы, реквизит и, конечно же, наличие разных уникальностей или, другими словами, фишек. Одной из самых главных фишек, наверное, этого концерта являются реальные съемочные рельсы, которые были привезены вообще из другого города. Мы хотели создать эффект движущейся камеры, которая действительно есть на съемочной площадке. И я думаю, что зрителям будет интересно это посмотреть. Зрителям было интересно. Был и юмор, и ностальгия, и просто красивое профессиональное действие на сцене. Детский театр студии «Колесо» открыл новый театральный сезон и сделал это, как всегда, творчески мощно.